Так, всем привет! Сегодня у нас по планам поехать на Килл-стрит, а перед этим нам нужно обслужить мопеды. У меня потекла вилка, и из-за этого у меня пропали передние тормоза. Масло вытекло на диск тормозной, и из-за этого они не тормозят. Спасибо Мото 50 за то, что вовремя в сроки доставили нам сальники, пыльники и все, что нужно. Так как в Москве этого ничего не найти, а в Питере я написал Антону Юрьевну Мото 50, мне отправил в субботу, хотя суббота уже практически нерабочий день. Вот, и... Все четенько пришло, сейчас мы будем это все перебирать и поедем на Килл-стрит. Полное видео переборки вилки вы можете посмотреть на канале, пролистать чуть вниз, и там есть полное видео. Вот. Сальники для редуктора можно купить здесь, подшипники для редуктора можно купить здесь. Всякие такие мелочи можно купить здесь, на Мото 50. Это запорная игла для поплавковой камеры на карбюратор по линии CP. Мы просто купили утку, а там не было вот этого вот держателя металлического. Вот. И с кайфом все, можно купить прокладочки отдельно, чтобы не хватить комплект, потому что ревайсы только комплектом продаются, и сальники для вилки. Вот, огромное спасибо, ребят, если интересно вам, подписывайтесь, смотрите и делайте заказ. Короче, диск нужно обезжирить. Marvin Devine, Jordan. Обезжириваем, тренд тряпочек. I'm on a mission, I'm focusing on my vision, never see competition, cause all I know is I'm winning. Always knew I was different, I knew it since the beginning. I told them they never listen, but now they see that I'm gifted. I'm really cutting the word, I'm skipping my reward. Put my feet in the dirt, and also water the soil. Eating problems for dinner, I'm screaming out, give me more. I know my future is brighter, that's why I gotta endure. Getting high now, y'all gon' feel the burn. I was patient, I was waiting, now it's finally my turn. You ain't know, you gon' learn. You gon' eat, you gon' starve. That's the reason every season I'ma keep on going hard. But I'm breathing, having reason to keep working from it all. Got a family to feed, I gotta be there when they call. Want the house with the lake, with the gates and the cars. Run the wraith with the stars, have it all before I'm Чё, Олег? Чё? Чё было? Выключи, чё, всё, пиздец? Клин какой-нибудь? Чё, да? Чё? Да? Компрессии нет? Что-то там есть, там, ну смотри, братик, я тебе, наверное, смотри, какой я тебе предложить могу. Я тебе могу дать ключ от гаража, там лежит ключ от ижа. Здесь ну, живет да. Полина. Да толкаешь до Полины там это? Ну давай, спрошу. Давай, так, да. Что такое? Ну, чему? Чему-то. А? Чему-то. Не запускается? Ну так и давай сюда. Короче, давай, знаешь, как сделаем? Я дам ключ ему от гаража, он докатит до тебя, и вы все решите, ладно? Если не сможете загрузить, то просто, типа, если сможешь, доедете с ним до гаража. Вот, он возьмет мой ижак и это. Катить минут 10. Да я знаю, да, блядь. Ну, типа, до XL и налево, ну, ты же помнишь. Короче, если ничего не понадобится, ей передашь. Ладно. Давай, ты, главное, не расстраивайся. Давай. Половину пути уже пройдена, а дальше... Давай, на связь, номер есть, да, ее? Да, должен быть. Едем, пацаны. I want it all before I'm gone.
Бакин его цепляет и падает. Отойдите его. Давайте с дороги уйдем. Сейчас уйдем. Включиться? Да нет, вроде. Ты нормальный? Нормальный. Шок, шок. Вставай, слышь, Лёх, уйдем с дороги, пойдем. Подожди, его не дергайте, лучше. Лёх. Лёх, ты сможешь встать, пойдем встанешь. Пойдем, вставай, сможешь? Вон он стоит. Че? Отойдите на край. Так и знал, что ты. Я сихуй будет, это не первое. Еще будет ебать, раз пять за сегодня. Жесть. Серьезно, так и будет. И что ты думаешь? Давайте минут 5, да, 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 да. А что он там шныряется? Я увернулся от таксиста. Что было-то? Я так не понял. Короче, понял, ехал вроде Нео с Сапрой. Они сцепились, походу, и все. Все, подрались? Да, брат. А где этот? Говорит, что есть рядом? Говорит, я хочу в кадр. А что было-то? Ты же там виновник торжества, да? Я даже не смотрел. Ты разъебал его, ёпта. Он меня догнал. Ты убил его, блядь. Меня повело, меня в жопу догнал. Я даже не смотрел, что Саприли. Я сразу к нему подбежал его спасать. Правильно, правильно. Дай пять. Вообще. Ты улицу не прощай, это ошибка, да, дай. Да. When I fall, I'll rock and shut it down. No luck, I'ma take this turn, I'ma break this pound, I'ma shake this town, I'ma stick these sounds for the bass drown, for the breaking pounds on the breaking ground. This feeling magic, hit 3-4 buzz a beat, I'm flexing on you, glad it's it. So turn it up, 10-20 deep when I hit the club. Life ain't cheap, so I spend it all, you're too late, you pretend to fall, that's whack. She asking for some pictures, you tryna photo on it, funny, I don't do no pictures, that she tryna jump up on it, ain't no turn it up. Turn it up, 10-1 seat when I hit the club. Life ain't cheap, so I spend it all. You're too lit, you pretend to walk, that's whack. She all up in my section, push it up, you stress it. This shit ain't nothing new, I'm now in flexion, 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 let's go. Вот это реальный кипиш. Здравствуйте, Гай. Здравствуйте. Ты взял с собой?
Да, у меня все сидит. Красава. Кого фары работают, кого не работают? Зачем там на эстакаде? Не надо показать колеса. И поспокойнее дорогу, нашли бы. Больше не будем. Достань только. Так, вот это ты на этом, да? Я на вот этом. Так, у тебя фары нет, что ли? Вообще никакой. А, да они сломались просто сегодня, пока ехал. Ага. Я не знаю, с проводкой что-то надо смотреть. А у вас у всех такие, в принципе? А? Все без фар, кто-то с фарами ехал. А что без фар-то? Да я говорю, сегодня сломались, пока ехал. Центр, наверное, с Макдональдс, который с ВДНХ, да? Сегодня там без фар носились двое. Не, мы слобни все. Я понял. Ну, рисуем за фары. Одни левые водители. Алёна. Да? Наверное. Ну все. Я. Алексей. Вот он и я. Сергеевич. Да, Сергеевич. И он тоже. В смысле? Да, Филипп. Пойдем сначала. Тебе тоже? Он говорит сначала его. Слышь? А сколько? Сколько без фар? Штраф? 500 рублей бить. Открой сумку. Приехали, все в принципе четенько. Ситуация с гаишниками была такая: мы едем с трешки, съезжаем, они нас тормозят. Нас было 8 человек, четверо без прав, четверо с правами. Начали проверять право водительское, там ребята хотели уехать от них. И даже фрагмент видео есть, где Леха видит такой: давай, давай уедем. А что мне делать? Я могу уйти сейчас. А что мне делать? Сейчас как бы. Вот, ну в итоге. Мы гайцам так сказали, типа, ребят, ну первый раз, типа, там, попались вам, давайте вы нас отпустите, пожалуйста, все такое. Вот, там были хорошие инспектора, вот, они собрали паспорты, паспорта у ребят, у которых не было прав. В итоге, ну, я подошел еще раз, спросил, типа, ну, ребят, мы первый раз, типа, едем в Лобню домой, давайте вы отпустите нас. В итоге они нас отпустили, всех, выписали только 2 штрафа ребятам, у которых не было света на мопедах, и сказали, типа, больше так не делайте. Типа исполняйте в других местах. Ребят, не забывайте подписаться на Инстаграм. Там выходят постоянно новые видосы, истории. Я его веду активно, потому что с телефона не нужно ничего монтировать и так далее. Выложил и снял. Ребят, всем спасибо за просмотр. Если понравился видос, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.